Ну что, посмотрим на наши нуклеусные ульи. Наносили они по 3 магазина или нет? Это по всем признакам, что все 3 магазина полны. Ну это крайняя рамка. Печатает, она с другой стороны там. Ну это почти запечатано. Ну еще день-два и будет готово. А здесь настройку 6 посредине. Ну что, явно отстроили и запечатали. А это бывший сущняк. С краю еще с одной стороны не запечатали, но это уже не так страшно. Ну здесь ясно. Так, ну давайте еще один посмотрим. Давайте от этот. Утро какое чудесное на улице. Аналогичная картина. Крайняя рамка от стенки не начали печатать только. Ну все, красота. И пчелки есть, и медок есть. Настройка. А это вот 6 настройку. То же самое, все запечатано. Вот здесь и... Ну что, делаем вывод, что наша технология работает и довольно-таки неплохо. Я думаю, с этого точка по предварительным подсчетам около 5 тонн мы за эту качку должны взять. Плюс тонну выкачали перед этим. Ну, отличный результат, как для нас.